Успокойся. Вот так. Оставь меня в покое. Ты не представляешь, как я счастлив. Убери руку. Все будет хорошо. Как ты себя чувствуешь? Похоже, нам придется некоторое время пробыть здесь. Нет, нет, нет. Я хочу немедленно выбраться отсюда. Тише, тише, не волнуйся. Лежи спокойно, Брайан. Нам с тобой пора открыть карты. Я знаю, почему ты избегал меня. Когда Энн умерла, а тебя поместили в психиатрическую больницу, до меня дошло, что во всем виноват только я. Я дал деньги на аборт. Нет, 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 не надо меня оправдывать. Я мог бы послать тебя к черту, но я послушался тебя и даже взял деньги. Мне некого обвинять, кроме себя самого, Майкл. Вот от чего я заболел. Я понял, как безобразно я жил. Я сам виноват в своей болезни. Ты обратился тогда ко мне. Ты доверял мне, а я тебя подвел. Я никогда не прощу себя. Я писал тебе в письмах. Ты помнишь это? Помнишь? Конечно. Ты смеешься? Ты получал мои письма? Зачем говорить об этом, Майкл? Ты ничего не писал. Мертвым не пишут. Что? Наверное, Роулинг скрывал письма. Я знаю, он не отсылал мне твоих. Он отправлял их в архив. Ну ладно. Теперь это не имеет значения. Если ты ненавидел меня так сильно. Ты все правильно понял. Знаешь, что я сделал? Я забыл о своем прошлом. И не собираюсь вспоминать. Подожди. Не вставай. Тише, тише. Дай мне ответить тебе. Ложись. Я поступил так же, как ты. Я ушел из дома. Я распрощался со своими привычками, притязаниями. Я скрылся от семьи так же, как и ты. Я отказался от всего, что больше всего прежде ценил. Я стал совершенно другим. У меня даже имя другое. Я понял, что мне нужно жить так, как жил ты. Хотя бы в память о тебе. Я потерял уважение к себе и оценил твою личность. Ты лжец. Ты лжешь мне, а может быть и себе, потому что я хорошо знаю тебя, Майкл. Как мне доказать тебе? Никак. Ты никак не докажешь. Уходи, Майкл. Дай мне умереть. Все этого хотят. И я больше всех. Поймите, Сиси, запасы нефти кончаются. Спасибо. Мейсон Бренди. Спасибо. Я видел отчеты, в них говорится... Что вам еще подать? Будь здорова. Ты случайно не заболел? Вам не кажется, что здесь холодно? Я пошел бы на эту сделку, но не хочу сейчас вдаваться в подробности. Ты не закончил свое сообщение, Кейт. Я думал, вы не заметили. Интересно, за что тебе платят деньги? Я и сам об этом думаю, сэр. Вижу, компания в сборе. А ты, София, почему здесь? Ты уже вернулась в домик для гостей? Еще нет. Бренди. Немного розы. Бренди нет. Бутылка пустая, сеньора. Открой другую. Я немного замерз. Я тоже. Затопим камин. Пойдем в другую комнату. Отличная идея. Пожалуй, я с вами. Хорошо. Мы могли бы сыграть партию в бридж. Разложи пасьянс, Джина. Ты идешь, Эйден? Да. Послушайте, я... Кейт, мне нужно поговорить с тобой. Поговорим попозже. В чем дело? Не говори со мной таким тоном. Каким? Таким, как эти злобные Кэпвеллы. Не забывай, если бы не я, ты бы не получил эту прибыльную работенку. Как же забудешь? Ты каждые полчаса напоминаешь об этом. А чего ты, собственно, ожидала? Что я буду целовать твои пятки? Ты поняла, что ничего не значишь в этом доме?
Ничего. Я и не ожидала, что меня здесь признают. В том числе и ты. Мы должны прожить вместе полгода, а Сиси даже не пытается наладить со мной отношения. Хотя ведет себя вежливо, я думаю, ради Брэндона. Они хотят наказать меня. Ты бесподобна. Неужели тебя это удивляет? Они презирают тебя. Радуйся, что тебе не подсыпали яду в суп. Мы сами построили свое счастье. С тобой обращаются не лучше, чем со мной. Все, кроме Иден. Она, кажется, благоволит к тебе. Интересно, почему? А я и не ожидал, что меня примут с распростертыми объятиями. Только если мне повезет, и я правильно разыграю свои карты, тогда меня признают хорошим юристом. По-моему, ты размечтался. Я буду говорить тебе, что надо делать. Я хочу, чтобы ты внес поправки в контракт. Я хочу, чтобы меня считали полноправным членом семьи. Положили в рот конфетку и посадили в первом ряду? Прекрати острить. Ты мой адвокат или нет? Тебе следует заботиться о моих интересах, а не танцевать под их дудку. Короче, ты хочешь шантажом завоевать любовь. Ты слишком жадная, Джина. Слишком поздно вносить поправки. Дело сделано. Ты мог бы быть помягче со мной. Буду. Через 6 месяцев. Через 6 месяцев. Все-таки постарайся уделять побольше внимания мне, а не Иден. Я твой партнер, а не приятель. А почему бы тебе не стать им? Не отворачивайся. Ты так иногда нужен мне. Полиция, не двигаться! Я даже не видел, как он вошел. Я снимал товар с полки, когда услышал команду «Руки вверх». Он сказал, что убьет меня, если не отдам ему всю наличность. Срочно позвоните в больницу. Дэнни. Я думаю, он будет жить. Где эти чертовы врачи? Где они? Они сказали, что уже едут. Слышишь, приятель, скорая едет. Не говори ничего. Молчи. Почему? Почему ты не убил меня? Почему? Помолчи, я не знал, что это ты. Зачем тебе это понадобилось? Мне нужны были деньги. Энджел сказал, что больше не даст ничего, если я не заплачу. Я наркоман, Круз. Дэнни, не волнуйся. Ты все правильно сделал. Эй, послушай меня, послушай. Я ошибся. Все будет хорошо, я о тебе позабочусь. Обещаю тебе, Дэнни. Слушай меня, Дэнни. Я разберусь с Энджелом, клянусь тебе. Поосторожнее с ним. Поосторожнее. Круз, отойди, мы должны работать. Ты его знал? Да, знаю. Он вырос у меня на глазах. Он хороший парень. Его зовут Дэнни Андрадо. Он был в безвыходном положении. В общем, дело не обошлось без Энджела Рамиреса. Теперь-то мы его зацепим. Ты стрелял? Он защищался, я все видел. Он бросился назад, я сказал ему не двигаться, но он побежал. У него был пистолет? У него был натянут чулок на голову, я не узнал его. Я выстрелил, когда увидел пистолет, я должен был его задержать. Хорошо, Круз, мы разберемся. Жаль, что я не узнал его. Я был ужасно напуган. Он угрожал мне? Вот этим? Ну, не настоящая, это игрушка. Извини. Посмотри. Извини, Круз. Кто это? Энджел? Что тебе нужно? Мне понадобились деньги, которые ты мне должна. Все 150 тысяч и немедленно. А что случилось?
Ты думаешь, я держу деньги под матрасом? Осмотри карманы своего мужа, потряси его. В общем, мне срочно нужны деньги. Энджел, я получу свою долю только через полгода. Тебе придется еще подождать. Я не могу ждать, Джина. Я здесь осматриваюсь, чтобы такое свистнуть, но вроде нет ничего ценного. Это твои проблемы. Мое дело получить деньги. Ты их получишь, но не так быстро. Ты же знаешь, деньги с неба не падают. Джина, я не могу ждать. Я не могу ждать. Я не стану ждать, пока ты найдешь способ одурачить меня. Хорошо, я их достану. Тебя устроит чек? Сойдет и чек, но 50 тысяч наличными. Он мне не даст, Энджел. Слушай, я буду у тебя сегодня в полночь. Если денег не будет, я убью твою племянницу. Что? Ты не посмеешь тронуть ее. Тебе ведь нравится Хейли. Конечно, нравится. И мне неприятно, что пострадает она. Но дело есть дело. Мне нужны деньги, и ради них я пойду на все. Я тебя не подведу, я достану деньги. Но я передам их в городе, ладно? Меня это вполне устроит. Послушай, встретимся в 11? Нет, не там. В 11 в отеле Кэпвелл. Ну, знаешь, Ориент Экспресс. Ориент Экспресс? Ты что, спятил? Там слишком много народу, и меня все знают. Подходящее место. Ты сможешь передать мне деньги вместе с тортом, которыми славится это заведение. Кроме того, я уже соскучился по салату с крабами. Ты же знаешь, как я их люблю. Увидимся в 11. Давай заканчивать разговор. Кто-нибудь может поднять трубку. Джинна, Джинна, Джинна. Я не позволю тебе пускаться во все тяжкие. И давно ты подслушиваешь? Достаточно, чтобы сделать выводы. Ты соскучилась по опасностям? Я назначила обычную деловую встречу. Я-то знаю твои дела. Ты решила размять косточки. Но учти, я не собираюсь спокойно наблюдать за тем, как ты дашь повод Сиси аннулировать брак. Я совсем не хочу лишиться своей доли. Поэтому отмени-ка свое свидание, дорогая. Я думаю, Кейт готов подставить Джину. Постарайся выведать его намерения. Я не знаю. Кейту хочется укрепиться в корпорации. Да, но он высоко метит. А что мы можем ему предложить? $1 миллион. Большая сумма. Вряд ли сделка с Дженной принесет ему столько. И он получит деньги сейчас, а не через полгода. Мне кажется, он не откажется. Но я согласен с отцом. Сделку с ним должна совершить ты. Хорошо, я попробую. А что мы теряем, если Кейт окажется на нашей стороне? Прежде чем ты поспешишь удалиться, поговори со мной, Сиси. Извини, Джина, но не сейчас. Почему? Нам с Мейсоном нужно обсудить дела. Вам с Мейсоном не мешало бы быть любезней со мной. Вы спелись только благодаря мне. Теперь вас водой не разольешь. Жизнь полна неожиданностей, Джина. А ты всегда в центре событий. Ты, дорогая, конечно, идешь с нами. Почему это? Я твоя жена, Сиси, и я не собираюсь долго терпеть. Ты нарушаешь наши брачные клятвы. О, было бы что нарушать. Извини. Ты будешь держать нас в курсе. Конечно. Сиси, у меня к тебе очень важный разговор. Иначе я бы не настаивала. Тогда было несчастное стечение обстоятельств. Я многое понял, прочитав твои письма. Я нашел их в секретном архиве Роулингса. Они помогли мне избавиться от ненависти к себе. У Роулингса был такой метод лечения. Так он пытался примирить пациента с его прошлым. Я должен был их писать, чтобы выйти оттуда. Перестань. И не пытайся меня убедить, что они написаны во время психотерапевтических процедур. Отлично. Думай, что хочешь, Майкл. Если тебя это устраивает и успокаивает. Если в письмах правда, то какая разница, что потом случилось? Что значит случилось? Я читал, что ты умер, и я больше не увижу тебя. Нет. Я видел тебя. Ты видел меня? Когда? В ту ночь, когда я едва не совершил самоубийство. Я видел тебя и слышал, Майкл. А с кем я говорил? С Роулингсом и нашими родителями. Продолжай. Что? Ты хочешь еще поиграть со мной в правду? Для меня это не игра, продолжай. Хорошо. После того, как я сумел выбраться из могилы, приготовленной мне доктором,
Я отправился домой. Я хотел рассказать тебе о Роллингсе, о том, что он сделал со мной. И о том, что мы должны помешать ему творить беспредел. Я подошел к библиотеке и услышал ваши голоса. С вами был доктор Роллингс. Я глубоко расстроен тем, что вынужден вам сообщить эту печальную новость. Проклятие. Если бы вы знали, какие большие надежды возлагали на него мы с матерью. Я спрашиваю тебя, почему дети приносят нам столько слез. Мы благодарим Бога за то, что он оставил нам сына, который никогда не причинил нам неприятности. Майкл ведь тоже не всегда понимал Брайана. Да, конечно. Брат был странным человеком. Ему претили условности нашей среды. Он не уважал наследие Брэдфордов. Мне кажется, он даже стыдился того, что принадлежит к известной семье. Он не понимал, что имя Брэдфордов ко многому обязан. И я понял, что у меня нет ни брата, ни семьи. Никого. Ты ошибаешься, малыш. Так вот почему ты скрывался. Ты нас неправильно понял, о боже. Боже, осторожно! Значит, мне нужно дать слово, и Сиси даст мне миллион. Смотря какое слово ты дашь. Похоже, мое отречение что-то вроде кассеты, которую все ищут. Это вещи одного порядка. Если ты выяснишь, где Джина прячет кассету... Я пытался это сделать. Нас устроит любое нарушение контракта. Постарайся выяснить, нет ли у Джины любовника, например. Это было бы чудесно. Но если я буду в хороших отношениях с тобой, Джина вышибет меня, и я лишусь всяких доходов. Что тогда? Ну, это я должна еще выяснить. Нужно все устроить так, чтобы ты не пострадал в финансовом отношении. Ты достаточно умен, чтобы не вызвать подозрений. Не надо мне льстить, все это прекрасно. Но я пас. Почему? Я доверяю твоему отцу еще меньше, чем Джине. А мне ты доверяешь? Я вообще никому не доверяю. Мне бы хотелось поверить тебе. Но я не могу. Постарайся. Если ты согласишься, я окажу тебе поддержку. Обещаю тебе. Возможно, мне следует согласиться, если ты... Скажи, а ты доверяешь мне? Доверяю. О, нет. Ведь ты еще влюблена в Круза. Он не вылетел с твоей орбиты? Я так не считаю. Да? Он отравлен. Я вижу, ты отменила свидание. Я испугалась твоих угроз, дорогой, и никуда не пойду. Я не знал, что имею на тебя такое влияние. Мои партнеры должны чувствовать себя комфортно. Мне можно спокойно уйти и не сторожить тебя всю ночь? Кейт, в твои обязанности не входит шпионить за мной. Я не помню, кто должен определять круг моих обязанностей. Утром это делает Сиси с высокомерием айсберга. Потом пленительный Иден и, наконец, Мейсон. Ходят слухи, что он храпит. Может, наконец, перестанешь? В этом доме никто не разговаривает со мной. Я должна сама добывать информацию. Прекрати жалеть себя. Меня здесь тоже не любят. Как только я вхожу, разговоры немедленно прекращаются. Все считают меня твоим шпионом. Если ты что-нибудь узнаешь, расскажешь мне. Тебе в первую очередь. Эй, Кейт. Привет. Я рад, что ты еще здесь. Я хотел сказать, что покупаю компанию, которую ты так настойчиво рекомендовал мне. Разумное решение, сэр. Я тоже так думаю. Мы обсудим это дело утром. Спокойной ночи. Зайди ко мне утром. Ну ладно, говори. Мне нужно 150 тысяч долларов немедленно. Не понял. 50 тысяч только наличными. Я не шучу, Сиси. Конечно. Ты должен дать их мне. Прошу тебя. Дать? Да.
Мне нужны деньги. Для тебя это ерунда, для меня очень важно. Ты права, все это очень важно для тебя, для меня ничего не значит. А в чем дело? Тебя кто-то шантажирует, да? Не вдавайся в детали. Я твоя жена, и мне нужны деньги. Хорошо. Посмотри, что у меня есть. Вот $5. Можешь разменять. Сиси, мое дело не терпит. Боюсь, тебе не повезло. Но мы оговорили это в контракте. Кажется, ты обещал, что я могу пользоваться твоим банковским счетом. Но я не должен выполнять каждую твою прихоть. Это не прихоть, Сиси. Если ты не дашь мне деньги, я сочту это нарушением контракта и сожгу кассету. Бедняжка, тогда ты ничего не получишь. А с Келли не снимут обвинения. Было бы из-за чего поднимать шум. Ладно. Я дам тебе деньги, но при одном условии. Что? Срок нашего соглашения уменьшается на месяц. У меня язык не поворачивается назвать это браком. Один месяц долой, и ты получишь $150,000. Подожди, Сиси. За месяц, по моим расчетам, я должна получить пару миллиончиков. А если считать по 5000 в день, мне следует получить... Тогда как хочешь. Ну ладно. $500,000, и мы поладим. Мне пора спать. Нет, нет, подожди, подожди, Сиси. Две недели, Сиси. 150 000 за две недели. Идет? Я не торгуюсь. Ты согласна или... Ну, хорошо. Вот и отлично. Я дам тебе наличные, а Мейсон внесет поправку в контракт. Брэндон уже в постели, сеньора. Я сама собиралась уложить его, но отвлеклась. Вы не узнаете, кто пришел? Ни за что. Что тебе нужно? Я заехала за мамой. Это мой дом, а не проходной двор. Постарайся запомнить. Надеюсь, ты ненадолго. И не смей подниматься наверх. Да-да, я все поняла. Нет, скажите ему, что Сантана здесь, мы скоро приедем. Звонили из полиции. Дэнни в больнице. Круз ранил его. Боже мой. Дэнни пытался кого-то ограбить. Не обошлось без Энджела. Но его не могут найти. Я так и знала. Что с Дэнни? Я не знаю. Нам надо ехать туда. Можно мне с вами? Конечно. Иден, ты беспокоишься о Дэнни или о Крузе? Перестань, Сантана, нам надо ехать. Сейчас не время ссориться. Майкл. Майкл. Нам надо выбраться отсюда. Я, кажется, вижу выход. Майкл! Вот ты где, я искал тебя. Ты решил полюбоваться на звезды? Я готов хоть всю жизнь делать это с тобой. Правда красиво? Да. Сегодня ясная ночь, столько звезд. Отгадай загадку. Я не люблю загадывать. Тебе понравится, моя. Хорошо, загадывай. Когда 6 месяцев превращаются в 5? Когда 6 месяцев превращаются в 5? Я же сказала, не люблю загадывать. Ну, подумай немного. Это как-то связано с Джиной? Да. Я выторговал месяц у Джины ради тебя и Келли. Чудесно. Расскажи.
скажи. Сейчас. Она пришла ко мне. Ей нужны были деньги. Она их кому-то должна. Но это не важно. И мне удалось снизить срок на месяц. Невероятно. Похоже, в конце туннеля забрезжил свет. Где Дэнни? Доктор Ича осматривает его. Похоже, его придется оперировать. Роза, прости. Я бы отдал все, лишь бы этого не случилось. Ты стрелял в моего брата? Да. О, Круз, боже мой, как это могло случиться? Я не понимаю. Он пытался ограбить магазин. Искал деньги, чтобы купить кокаин. Он был в маске. Я не узнал его. Он был вооружен? Мне показалось. Что значит показалось, было или нет? У него был игрушечный пистолет из пластмассы. И ты выстрелил в него? Я же не знал. Ты всегда ничего не знаешь, правда? Но я этого так не оставлю. Ты сам знаешь, сколько раз тебе все прощалось, но не теперь. Ты поступил с ним подло. Мама, я знаю, как все произошло. Я и вообразить не могла, что ты способен убить его. Полицейский обязан защищать людей, а не стрелять в них. Сантана, не надо. Сантана, Круз здесь ни при чем. Это я виновата. Я одна виновата. Мама, ты не стреляла в него. Что ты хочешь сказать? Хочешь, чтобы я оказался на его месте? Тебе сразу бы стало лучше? Успокойся, пожалуйста. Сейчас нам нужно молиться за Дэнни. Я уже знаю. Как он? Он жив. Это все, что нам известно. Извините. Круз, можно с тобой поговорить? Тебе плохо? А как ты думаешь? Тебе не стоит здесь оставаться, Круз. Постарайся немного отвлечься. Я, наверное, возьму отпуск. Но сначала разделаюсь с Анджелом Рамиресом. Ничего не выйдет, Круз. Тебе не дадут вести это дело. Я арестую его. Он еще пожалеет, что родился на свет. Мне это не нравится. Ты должен сделать свой выбор, Мейсон. Или я веду это дело, или сдаю полицейский значок. Извини. Круз. Что там такое? С ним все в порядке. Доктор, я сестра Дэнни, Сантана, а это наша мама. Миссис Андраде, ему нужна операция. Пуля прошла сквозь брюшную полость и застряла в позвоночнике. Это опасная операция. У него есть шанс выжить. Мы не узнаем, как серьезно повреждены внутренние органы, пока не начнем операцию. Нам можно к нему? Он в сознании. Только ненадолго. Проходите. Инспектор? Да. Вас вызывают. Что-нибудь насчет Анджела Рамиреса? Не знаю. Кастильо. Круз, это Джина Кэпфелл. В чем дело, Джина? Я слышала, ты разыскиваешь Анджела из-за несчастья с Дэнни. Да, верно. Я знаю, где его искать. По крайней мере, он собирался быть там. Где он? В 11 он будет в Ориент Экспресс. Откуда ты знаешь? Я не разглашаю свои источники. Надеюсь, ты застанешь его там. Спасибо за информацию. Я еду туда. Круз, только не выдавай меня. Я не хочу, чтобы он мне потом отомстил. Не беспокойся, на этот раз он не отвертится. Эй, обслужи-ка меня поскорее, я не бедный. Что вам угодно, сэр? Дай подумать. Горячий поцелуй. Ты знаешь, как его делать? Да, знаю. Это хорошая штука, даже когда его пьешь. Эй. Да? Можно позвонить? Вон там кабина. В самом деле? Алло? Алло, Джина?
Нет, сеньоры Кэпвелл нет дома. И здесь ее нет. Где же она? Она сказала, что идет на пару часов в Ориент-экспресс. Значит, в Ориент-экспресс, да? Да, да. Отлично, я ее подожду. Я просто немного раньше пришел. Только никуда не уходите. Подождите ее, она скоро появится. Ладно, не беспокойтесь, я никуда не уйду. Пока. Отлично, ты не терял время. Сегодня твоя ночь, твоя ночь. Круз. Сантана расстроена. Никто не считает, что ты хотел зла, Дэнни. Да. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Дэнни вырос на моих глазах. Кроме того, я беспокоилась о тебе. Со мной все в порядке. Я знаю, у тебя сильный характер. В работе полицейского всякое бывает. Да, да. Я просто хотела, чтобы ты знал, если это случилось из-за того, что мы с тобой... Нет, не надо. Наши отношения здесь ни при чем. Я не могу сейчас говорить, меня ждут дела. Я должен идти, извини. Прости меня. Я получил сообщение, что Энджел будет в Ориент-экспресс в 11. Я еду туда. Я с тобой. В этом нет необходимости. Ты знаешь, ситуация может оказаться непредсказуемой. Неизвестно, как все обернется. Мне бы не хотелось подвергать тебя риску. Как Дэнни? Дэнни хочет поговорить с тобой. Я зайду к нему. Никуда не уходи, Мейсон. Прости. Не надо, Дэнни. Это я виноват. Я бы не смог никого убить. Пистолет был игрушкой. Только игрушкой. Я видел. Жаль, что я не понял этого раньше. Я не понимаю. Как я мог так влипнуть? Как? Виноват кокаин или крэк? Ты его принимаешь? Сначала я думал, что могу это контролировать. Сегодня я понял, что не могу без этого обходиться. Я бы никогда не пошел на это. Ты не мне должен говорить это, Дэнни. Там за дверью собрались люди, которым ты очень дорог. Ради них ты обязан покончить с наркотиками. Я не хочу жить как прежде. Никто этого не хочет. И запомни, у всех бывают тяжелые времена, но они проходят. И не бойся Энджела. Я за все рассчитаюсь с ним. Дело не в Энджеле. На его месте мог быть кто угодно. Нет, он приучил тебя к наркотикам. И заплатит за это.
Майкл, ты очнулся? Мы живы или уже умерли? Нет, 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 мы еще живы. Просто небо пару раз обрушилось на нас. Теперь я вижу. А где моя шляпа? Где моя шляпа? Я не знаю. Пропала. И мы с тобой? Я не знаю. Я размышлял над этим. В любом случае, мы с тобой должны закончить одно дело. Ты понимаешь, о чем я говорю? Майкл... Нет, не Майкл. Меня зовут Перл. Я работал официантом в устричной. И однажды нашел чудесную жемчужину в одной из устричных раковин. Вот она. Ну ладно, мы отвлеклись от темы. Давай вернемся назад. Ты сказал мне, что слышал, как родители заявили, что всем будет лучше без тебя. А я подтвердил это им. Они не поняли моего сарказма, но ты же мог это понять. Но я же знал тебя. Почему ты не дождался, когда они уйдут? Потому что я не хотел никому мешать. Очень жаль. Очень жаль, потому что тогда мы с тобой могли уйти вместе. Таким людям, как ты, трудно найти спокойное местечко в мире. Наша система отвергает их или ломает. Я не понимал этого до той ночи. Они устали возиться с тобой, принимать тебя таким, какой ты есть. И были рады избавиться от тебя. Ты был пятном на безукоризненной репутации Брэдфорда. И поэтому им было легко смириться с тем, что тебя больше нет. И, кстати, меня тоже. Я ничуть не жалею о прежней жизни. Для меня очень много значит то взаимопонимание и любовь, которые были между нами, малыш. Однажды я, как и ты, покинул дом, чтобы никогда туда не вернуться. Никогда. Чтобы забыть про жизнь, которую я жил раньше. Я не знал, Майкл, если бы мы могли восстановить наши отношения. А почему нет? Мне нужна семья. Не та, которая была у нас. Мы с тобой можем ее создать. Ты помнишь, когда мы были детьми, мы жили в своем особом мире. Мы сами придумали его. Я знаю, ты все помнишь. Ты писал о нем в своих книгах. Это вздор. Нельзя создать свой особый мир. Мир один. И мы уже живем в нем. Майкл, пусть все будет как раньше, хорошо? Присматривай за тем парнем в баре. Он мне не нравится. Хорошо. Спасибо. Иден? Мейсон. Я ищу Энджело Рамиреса. У него короткие черные вьющиеся волосы. Ты не видела его? Это не он там? Да, это он. Подожди, что происходит? Круз очень зол. Я хочу увести парня, пока что-нибудь не случилось. Пожалуйста, Мейсон, чтобы никто не пострадал. Со мной мои люди. Мы постараемся сделать это без шума. Хочешь переиграть меня, Мейсон? Я подумал, что Энджело лучше захватить мне. Ты не должен этого делать. Дай мне выполнить свой долг. Твой долг — выполнять приказы, Круз. Думаешь, он будет с тобой церемониться? Я сам все сделаю. Я знаю, как обращаться с такими, как он. Я приказываю тебе уйти. Мои люди уже окружили этого Энджело. Мы возьмем его. Не волнуйся. Энджел?
Веди себя спокойно. Я должен взять у тебя показания. Насчет чего? Выяснить обстоятельства ранения Дэнни Андраде. Ранение? Я понятия не имею о том, что его ранили. Я даже не знал о нем. Я могу доказать свое алиби. Отлично. Все это ты должен изложить в письменной форме. А как ты узнал, где? Случайно. Нас ждет машина. Я буду сопровождать тебя. Идем? И не вздумай что-нибудь выкинуть. Идем? Мне нечего скрывать. Отлично. Воспользуемся служебным лифтом. Там будет спокойнее. Меня не за что брать, Кэпвелл. Я чист. Рад слышать. Я знаю свои права. Очень хорошо знаю. Круз, прошу тебя. Тебе не кажется, что мы достаточно наказаны, что наша ссора чересчур затянулась? Нет. Мэйс, черт возьми, что случилось? Он ударил меня чем-то и скрылся, черт побери! Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Гэри Боуэн. Телесериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео». Привет. Привет. Как твоя голова? О, она просто раскалывается. Лучше бы мне ее и оторвал. Вот что значит заняться не своим делом. Поэтому Круз и настаивал, чтобы ты не вмешивался. Я хотел оказать Крузу услугу. Не знаю, что бы он сделал с Энджелом, попадись тот в его руки. Мейсон, я боюсь за него. Я понимаю. Крузу хотелось растерзать этого негодяя Энджела за то, что он сделал Дэнни наркоманом. Мейсон, ты ничего не понимаешь. При чем тут Энджел и Дэнни? Круз злится не из-за этого. Дело во мне. Ну, это ни для кого не секрет, Иден. Может, тебе пора смягчиться? Ты мне нужен, Кейт. Где ты? Что значит, ты не можешь сказать? Послушай,